Сегодня я бы хотела показать вам супер уютные, полностью меблированные двухкомнатные апартаменты площадью 44 квадратных метра, расположенные в Киринии. Меня зовут Мариам, я работаю в компании Leverage Investments, которая является лидером на рынке недвижимости Северного Кипра. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и чтобы всегда быть в курсе новых видео, жмите на колокольчик. Территория комплекса окружена радующей глаз растительностью. Парковочные места выложены тротуарной плиткой. Сами здания светлые, окруженные всей этой зеленью, навевают приятный дух солнечного Северного Кипра. Пройдя внутрь подъезда, мы попадаем в небольшую зону отдыха со скамейками. Местоположение очень располагает. Комплекс находится в районе Алсанджак. Живописная местность утопает в зелени у подножья Киренийских гор. До моря всего 1,5 километра. В 10 минутах ходьбы находится аптека, магазины, кафе и рестораны, а также государственная школа. До Ниджат Бритиш Колледж 4 минуты езды, а до центра Киринии всего 20. Апартаменты, о которых идет речь сегодня, находятся на первом этаже. Давайте же пройдем внутрь и рассмотрим все вместе с вами. Открыв дверь, мы сразу оказываемся в зоне кухни, совмещенной с гостиной. На кухне уже есть вся необходимая бытовая техника, посуда, столовые приборы. В цену апартамента входит все, что мы вам показываем. Из комфортной гостиной есть выход на французский балкон. Квартира просто веет уютом и домашней атмосферой. Пройдя кухню, мы окажемся в небольшом коридоре, где есть стиральная машина и встроенный шкаф. В спальной комнате стоит большая двуспальная кровать с двумя тумбочками по бокам и шкаф. Да, данные апартаменты не могут похвастаться огромной площадью. Здесь 44 квадратных метра. Но обратите внимание, как все продумано до мелочей. Это прекрасное предложение для тех, кто хочет купить готовое для проживания жилье, так как здесь есть абсолютно все необходимое для жизни. В данном комплексе на продажу выставлены апартаменты на первом и втором этаже. Стоимость квартиры на первом этаже составляет 50 тысяч фунтов, на втором этаже 52 тысячи фунтов. Сюда уже входит подключение инфраструктуры, вся мебель и техника, то есть дополнительные расходы почти отсутствуют. А какие апартаменты выбрали бы вы, на первом этаже или на втором? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и чтобы всегда быть в курсе новых видео, жмите на колокольчик. Если вы хотите приехать на Северный Кипр и увидеть все своими глазами, оставляйте заявку с фразой «Хочу получить сертификат на бесплатный отдых на Кипре», и мы отправим его вам на e-mail. Ссылка в описании этого видео. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments.